Важное событие для православных верующих. Сегодня в подмосковной Истре патриарх московский всея Руси Кирилл осветил Воскресенский собор Нового Иерусалимского монастыря. Представитель Русской Православной Церкви возглавил божественную литургию. На службе присутствовал глава правительства. Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл – сопредседатели попечительского совета фонда по восстановлению монастыря. В декабре 1941-го Новый Иерусалим оказался в зоне ожесточенных боев. Уникальный архитектурный комплекс был разрушен. При отступлении фашистские войска взорвали Воскресенский собор. Сейчас воссоздан исторический облик обители. В 2011-м началась беспрецедентная, широкомасштабная реставрационная работа, которая завершилась за рекордные 4 года. В течение этих 4 лет видели несомненное продвижение вперед и свидетельствовали о замечательном уровне реставрационных и строительных работ. Сегодня мы видим, как прекрасно выглядит собор. Все его благоукрашения являются трудом огромного количества людей из нашей страны. Это наша с вами общая победа.